Здравствуйте, мои необыкновенные! Я безумно рада видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня я буду делать расклад на тему «Колесо судьбы девочки разворачивается. Неизбежные перемены с ним». Я буду использовать оракул, руны, естественно, в конце расклада моего освещения. Дополнят, добавят. Что вам еще нужно, возможно, дополнительно услышать. Также основной расклад я буду делать на Таро. Для начала я буду делать сигнификацию вашей пары. На руны здесь будут заряжаться энергией. Самой сильной энергетикой пары, которая ко мне пришла. Для того, чтобы настроиться на вашего мужчину, назовите его имя, представьте его сейчас рядышком. Пока я готовлю колоду, я хочу вас поблагодарить за лайки и за комментарии. Закон Вселенной – это взаимодействие. И своими действиями, даже, казалось бы, секундочку, да, нажать на лайк, прямо сейчас вас прошу это сделать для того, чтобы показать, поддержать меня и дать мне еще больше сил, энергии и желания делать для вас как можно больше раскладов. Также благодарю вас за донаты. Что такое донаты? Это благотворительность, которая идет в помощь развития нашего канала. На эти деньги куплены свечи, также деньги отправлены на помощь нуждающимся и на корм птичкам. Как меня отблагодарить? В закрепленном комментарии есть ссылочка. Также, девчонки и мальчишки, приглашаю вас подписаться на мой инстаграм, телеграм и фейсбук канал. И там я ежедневно делаю еще дополнительные расклады, руны, рунические ставы. А сейчас у меня еще новая рубрика там идет. Как услышать свою душу, чтобы разум не перебивал ваши истинные предназначения, которые Вселенная дала каждому из вас. Поэтому приглашаю вас. Там у нас всегда тепло, светло, безопасно. Это я говорю про телеграм-канал. Конкретно там я и выкладываю очень интересные, познавательные статьи, которые помогают вам развиваться, слышать себя и все-таки, знаете, как переключаться с обыденного, развивать свою интуицию, больше получать знаков от Вселенной. Там вы ознакомитесь со всей этой информацией. Поэтому жду вас, приветствую своих постоянных и новых подписчиков. Давайте посмотрим скорее, уже какая сигнификация. Хочу познакомиться с парой, которая ко мне пришла. Называйте имя своего мужчины, дата его рождения, ваше имя, дата вашего рождения. Прямо отправляйте запрос во Вселенную прямо сейчас. Спросите у нее, какие неизбежные перемены меня ждут с ним. Также во время моего расклада вы можете задавать вообще иные вопросы, которые даже не относятся к теме расклада. На этом, либо моих остальных раскладов, вы обязательно получите ответы на все ваши вопросы. Ведь моя одна из миссий – давать вам ответы на ваши вопросы. Давайте смотреть, в каких энергиях пришел мужчина. Называйте его имя. Какой ты? Прям говорите ему. В каких энергиях вы? Что между вами? Какой ты? Какая вы? Что между вами? И дополнительно всегда делаю на мужчину. Общаетесь, вы не общаетесь, без разницы. Многие вообще о мужчине только через мои расклады узнают, потому как есть разные ситуации. Но в любом случае, ага, ну, у вас идет доминирование однозначно одного партнера над другим. Вот сейчас будем разбираться, кто над кем, чем тут доминирует. Мужчина. Смотрим, что нам сегодня скажет необыкновенный мой любимый оракул. Слушайте, тут мужчина действительно меняет свое мировоззрение, меняет свою вообще оценку жизни. Знаете, как могу сказать? Вот мужчина, он такой, знаете, баловень судьбы, могу сказать. Вот ему всегда вот прилетает самое лучшее, вот честно. Вот где он не придет, вот там очередь рассасывается. Где он не появится, там, если в магазин, например, тот продукт именно привозят вот прямо перед ним. Знаете, вот, например, девчонки, покупают люди, ну вот тут рыба, да, рыбу. Стоят
в магазине, либо приходят, там берут, что осталось. Подходит мужчина брать рыбу, раз, ту свеженькую выложил, раз, свеженькую взял. Понимаете как? Вот такой баловень судьбы. Где не придет, вот ему везет, понимаете? Вот приходит самый лучший момент. Не обязательно с продуктами здесь связано, здесь вообще по жизни. Вот везет ему, знаете, везунчик, говорят на него, есть у него такое. Но слушайте, сейчас у него просто происходит процесс, когда он начинает слышать душу, и причем здесь он не просто ее слышит, а слушая ее, он еще дальше устремляется в своей жизни, в своем развитии. Здесь мужчина сейчас просто на волне удачи идет, честно вам могу сказать. Общайтесь, вы с ним не общаетесь. Вот сейчас ему, знаете, вот фартит, вот словил эту волну, и он на ней просто несется. Вот где он сейчас не пойдет, каким делом сейчас не будет заниматься, вот сейчас ему везде. Буквально все дороги открыты, честно могу говорить. Но не всегда легко, да. Здесь приходится, да, бороться и с ветром, образно говоря, с какими-то жизненными ситуациями. Но он такой у вас лидер, победитель, ворон, летящий к своей цели. Вижу цель, не вижу препятствий. И знаете, вот добивается, честно, по жизни. Вот есть у него определенные, буквально пожинает плоды своих действий. Вот такой вот он. Сильный, стремительный, вот сейчас находится в таких энергиях. Девчонки, в моих раскладах нету срока годности, поэтому если сейчас вы здесь со мной, вот сейчас вам нужно услышать эту информацию. Какая вы? Ну, а вы, знаете, такая, вот сейчас как-то пригнулись, я в домике, мне не трогать, не хочу никого видеть, не хочу никого слышать. Пойду я пособираю листочки, цветочки, как-то вот наполняйтесь природой, честно. Вот кто-то, у кого-то, кстати, моросил либо снег, либо дождь, какие-то осадки были. У кого-то действительно на улице сейчас желтые листья. Понятно, что каждый в разное время года смотрит, но тем не менее, кто-то что-то садил, проращивал, кто-то продумывал, например, что на следующий сезон бы я хотела посадить, да, девчонки, тут и такая информация, кто-то пересаживал тут цветочки, корешочки, занимался, возможно, дома вы пересаживали цветочки, возможно, с травами работали, возможно, вы вообще травяные какие-то делаете, либо же настойки, либо чаи, либо же, знаете, вот... Вот когда люди собирают, потом сушат и используют в определенных целях. Либо чаи, либо, да, вот лекарственное что-то, либо какие-то примочки, тут идет такая информация. Вот что-то для того, чтобы держать себя в балансе, в силе. Кто-то вот сейчас прячется, девочки, от общения, либо от какого-то человека назойливого, причем который, вот знаете, хочет разузнать вот даже то, что ему не нужно в этой жизни, и вы как-то осознанно от него закрываетесь. Ну, не знаю, лисичка тут идет какая-то, не знаю, может подруга, может друг, может человек в любом случае, который собирается буквально... влезть почему-то идет такая информация в ваше личное пространство, вы не хотите. Вот вы сейчас абсолютно не готовы, не настроены, причем этот человек абсолютно другой. Вот он не такой, как вы, у вас с ним разные мировоззрения, разные жизненные ценности, но он у вас в жизни, понимаете, где-то все равно за вами следит, вот подглядывает, вот лезет, знаете, вот такой вот нагленький, вот честно могу сказать, вот не просишь его, а он все равно, а что, а как, а расскажи, а зачем? Ну и вы уже знаете как, зная его, уже знаете как просто держать баланс между вами для того, чтобы, ну, человек не входил в ваше личное пространство. Вот такая вот идет история. Что между вами? Так. О, как интересно. А вы знаете, как я могу сказать, сколько бы людей не было в окружении друг друга? О, я сижу, у меня просто мурашки по всему телу, аж до пяток. Вы знаете как? А родные вы друг другу? Вот вы и он, понимаете, вот сколько бы людей не было рядом, вот тут на карте дерево с миллионом, да, разных жизненных ситуаций, а корни-то знаете где? Там, где вы рядышком. То есть вы чувствуете друг с другом корни. Кто-то, возможно, действительно смотрит на своего бывшего партнера, кто-то смотрит на того, с кем он уже был в отношениях, кто-то... Понятно, что расклад общий, каждый слышит свое. За личными раскладами пишите мне в личку в Инстаграме, Фейсбук, в закрепленном комментарии ссылочки. А вот с этим человеком, вот как бы ни было, а вы понимаете, что вот он мой, а он понимает, что вы его, потому что это что между вами? Вы родство нашли друг в друге. Вы как это дерево жизни, которое
должно дать определенные плоды, понимаете, вот в этом мире. Вот здесь идут два ворона, а между ними зарождение нового. Зарождение нового, иного, другого, не такого, как со всеми. Понимаете, как? Фух, я просто сижу вся. Ощущаю эти энергии, насколько нежные они, насколько они искренние. Вот знаете, разговор двух душ. Вот где бы вы ни находились, близко, далеко, в соседних комнатах, на соседних континентах, ваши души всегда рядом. Как я говорю, вы соединение одного целого. Вы как два крыла у птицы. Птица не может лететь с одним крылом. Вот вы и есть эти два крыла, которые поднимают буквально единство вашей души. У вас одна душа на двоих. Какая нежная, чувственная энергия просто у меня дрожит. Понимаете, свечи все дрожат. Вау, какие вы у меня неимоверные. Конечно, только такие со мной, самые неимоверные. Давайте посмотрим, как же, да, развернется колесо фортуны и какие неизбежные перемены ждут вас с ним. Ну, понимаете, я только взяла колоду, да, вот только взяла, не готовила ничего, и уже пришел, да? Кто, девочки, пришел? Король кубков. Милый, привет. Привет, я только взяла колоду, а ты уже тут как тут. Кто такой король кубков? Ну, значит, будет идти речь от мужчины, который относится либо же к водному знаку зодиака, либо же здесь вообще идет информация о том, что он кому-то идет в роли любовника, если у вас есть основной партнер мужчина. А вообще общая характеристика – это мужчина влюбленный, этот мужчина с чувствами. Он четко понимает, осознает, что в его сердце есть любовь. Какой еще могу сказать кубковый король? Он красавчик, ловелас, знаете, как любит красиво фотографироваться, любит красиво сидеть, от него всего пахнет. Вот он будет следить за причесочкой, чтобы ни одна волосинка где-то не была в стороне. Он всегда, перед тем, как фотографируется, примет определенную позу. Он не будет где-то с бухты-барахты выставлять какие-то фотографии, где он в полуразмытом состоянии, знаете, как есть рука в одной стороне, нога полурасплывчатая в другой, где-то там словил себе на лету. Нет, девочки, если этот уже где-то будет там показываться, например, в социальных сетях, либо же где ему нужно добавить фотографию, либо видео, он будет там идеален, честно говорю, вот прям не отличишь, или это обложка журнала, или это ваш любимый кубковый король, вот он и есть эта обложка этого журнала, вот по жизни прям вот пахнет, у меня прям, знаете как, я же чувствую во время расклада и аромат, и энергии я ощущаю до, не знаю, до миллиметра. Каждого человека здесь идет, вот знаете, вот стоит какой-то аромат мужского парфюма. Причем он, сейчас я вам опишу его. Нотки есть свежие, но здесь вот идет какая-то такая бархатистость, насыщенность, вот какой-то такой древесно не удушающий, а наоборот манящий аромат. Такие есть нотки сексуального притяжения. Вот кто знает, девочки, у кого, у мужчины аромат какой, вот опишите мне, напишите. Кто не знает, я прямо могу сказать, вот это его вкус, как он любит. Причем здесь еще такой есть, либо же он у вас курит, либо же есть аромат, вот с нотками какого-то этого вот дыма, вот есть вот что-то такое интересное, заманивающее. Ух, девчонки, ладно, по одной карте тут могу весь расклад делать. Давайте смотреть, что же вас ждет. Для этого мы сейчас тут немножко энергии обновим, потому как вижу, что вам нужна как-то поддержка. Ну, в любом случае, вам, либо вашему мужчине нужно немножко огня. Может, кто-то сейчас вообще замерз, и вам нужно сейчас согреться. Здесь тоже такая идет энергия. Нужно тепло, нужно свет. Кого-то, может быть, сейчас как-то темновато в комнате. И вот мне свечка говорит, давайте немножко осветим этот расклад. Прекрасно. Ну что же, неизбежные перемены ваши с ним. Поехали. Так, будет встреча, девчонки. Будет встреча с мужчиной, который был в ограничениях на протяжении времени, причем он страдал, мучился, и вот как-то вы, возможно, договаривались о встрече, а она не сложилась, девчонки. Вот, смотрите. А я вам скажу, что не расстраивайтесь, потому что вот ваш кубковый уже собрался, понимаете, по миру лететь. Вообще, здесь могу сказать так.
Кто-то планировал встречу с мужчиной, она не сложилась. Кто-то вообще хотел встретиться, но так и не встретился. Вот здесь, по карте дурак, будет новое начало, обновление. Не расстраивайтесь, не думайте, что все, это конец, больше не будет, значит, так не суждено, девочки. Не надо это все мне развозить. Здесь карты показывают, что вот ваш кубковый красавчик по миру, причем собрался, кому-то позвонит, кому-то напишет, кому-то прямо прилетит. Так, дальше что будет? Будет обновление ваших отношений. К вам с подарком, либо с пентакливая карта. Это карта, показывающая, что человек приходит с ресурсом. Вот смотрите, он к вам придет, проявится, да, как я и сказала, кому-то сообщением, кому-то со звонком, кому-то прям что-то принесет, подарочек какой-то девочке. В любом случае будет. Так, отлично. Ну, он летит, собрался, девочки. Ну, тут однозначно пришла вот эта энергетика этих пар, у которых будет продолжение отношений, это как минимум. И те, которые вот сейчас, честно, вот могу сказать, в каком-то очень разочарованном состоянии, вообще не знаю, а может, этого уже не будет. Вот почему-то такие энергии прямо аж завывание идут. Девчонки, так, перенастраиваемся. Сейчас я вам тут расскажу, как будет дальше. Так. Дальше, что же у нас будет? Колесо фортуны разворачивается, неизбежные перемены в вашей паре. Вот и колесо фортуны, которое, девочки, ну просто идеально могу сказать, что вот эта вот ситуация с подвешенным состоянием, будто конец или не конец, начало, не начало, девочки, в вашей ситуации будет момент, когда все меняется. Карта смерть, колесо судьбы, двойка кубков и девяточка пентаклей. Нет, кубков! О, еще круче, девочки, так вообще. Слушайте, здесь у вас ситуация изменится, причем круто. Вот то заветное желание, которое у вас есть, понимаете, вот аж руки трясутся. Просто вот я ощущаю, насколько вы будете счастливы. Вот напишите мне обязательно, как только оно свершится, вернитесь к этому раскладу, дайте знать, потому как те, которые смотрят, людям нужны подтверждения и убеждения в том, что будет. Что изменится, девочки? Ваша любовь, которая живет в ваших сердцах, вас приведет к обоюдному соединению ваших душ. И вот ваше, смотрите, сердечко одно на двоих, да, о чем я и говорила изначально. Две птички, посмотрите, одно сердечко, а чувства ваши просто переливаются друг к другу. Вот, и карты говорят, так должно быть, понимаете как? Вселенная просто так никогда не создает испытаний, ситуаций. Вы должны пройти через этот этап, когда будете думать буквально, что все, это конец, это все мои иллюзии, это только мои мечты. Но именно ваша сила веры, именно то, во что вы верите, даже когда не видите, несете буквально этот фонарик веры с собой в любую погоду, в любое жизненное пространство, которое есть, держите это в своей голове, в своих мыслях, верите в это, несмотря ни на что, ни на ту пургу, холод, мороз, оледенение в вашей душе, которое буквально убивает вас изнутри, честно могу сказать. Только ваша сила приведет вашего императора к вам. Потому как у него чувства живут в его сердце на протяжении уже длительного времени. Он знает это. У вас очень сильная женская энергия, которая буквально поглотила его в себе. Он видит ваше отражение в луне. Он перечитывает каждое слово. Он переслушивает, если у него есть голосовые сообщения ваши. Он ловит это по песчиночке, собирая. Особенно ночами, вечерами, когда темно. Он будто бы выходит из своей клетки ограничений, соединяясь с вами, с вашими энергиями через космос, через галактику и через Вселенную. Знаете, он получает ответы. Здесь мужчина, возможно, видит от вас проявление. Например, знаете как? Некоторые выкладывают определенную информацию в интернет. Мужчина, читая, понимает, что вы будто бы отвечаете на его вопросы, считывая это через пространство. Даже здесь такое возможно. Кто-то через сны,
кто-то через знаки Вселенной в реальном проявлении. В любом случае здесь неизбежные перемены ваши с ним. Ситуация изменится, будет прорыв в ваших отношениях. Причем здесь мужчина появится и придет в вашу жизнь, как ясное солнышко. Просто прилетит лидером, лидер вашей жизни. Он хочет быть и будет одним единственным, который будет добиваться вас любым путем, говорит он. Потому что вы его солнце, вы его свет. Вы та, к которой тянутся люди, животные, птицы. Обратите внимание, где бы вы ни были, где бы вы ни шли, постоянно кто-то будет находиться вокруг вас. Потому что считывается энергия светлая, ясная, добрая, согревающая. И он об этом говорит, что ты мое солнце, ты мой свет, ты та, которая согревает все вокруг своей нежной, теплой, ласковой энергией, говорит он. Ты мне дана судьбой. Карта Иерофант именно озвучивает то, что ваши души изначально Вселенной призваны быть вместе. И вы не найдете покой нигде. Сколько бы благ в вашей жизни не было, друг без друга, вы никогда не будете чувствовать себя полными, насыщенными, счастливыми. И только когда ваши души соединятся, когда вы будете вместе, именно тогда вы и почувствуете этот полный достаток, умиротворение, счастье и любви вдвоем. Как же изменится ваша ситуация с ним в будущем? Шикарно. Девчонки, здесь показывает, вот, знаете, дословно, верь тому, что тебе говорит Верховная Жрица. Здесь речь идет о моем раскладе. Также здесь идет речь о том, что вы-то на самом деле слышите свой внутренний голос. Интуицию. Она же вам уже давным-давно сказала, как будет. И здесь карты мне об этом и говорят. Поверь, ведь ты же знаешь, что от него будет действие в твою сторону, потому как между вами и живет эта любовь. Ты знаешь это, и это для тебя не новость. И сейчас это тебе в подтверждение твоих слов. То, что ты должна очередной раз услышать и убедиться в том, что душа шепчет тебе эту информацию. Тебе просто очередной раз нужно повторение. Услышать это от кого-то другого. Вот сейчас, через мой расклад, вы и услышали это подтверждение. Напишите, ведь действительно это то, что вы знаете, чувствуете изнутри. Не через кого-то, не через разум, не через ощущения, не через определенные какие-то жизненные доводы. Нет. На выдохе. Просто услышьте, что шепчет вам ваша душа. Каких неизбежных перемен ждать вам с вашим мужчиной? Мужчина сейчас показывает карты «Занят заработком денег». И сейчас это для него как бы приоритет в жизни, честно. Он говорит, сейчас я ограничен к движению к тебе, потому как мне нужно повысить свой, здесь возможно, материальный уровень, возможно, здесь мужчина набирается каких знаний, возможно, он заканчивает определенные заведения, повышение квалификации, либо же иные курсы, кто-то еще учится, возможно, дополнительно пошел развиваться в карьере. Он говорит, что сейчас я еще не нахожусь на том уровне, где могу дать тебе все, чего я хочу. А чего ты хочешь дать? Я хочу дать все. Понимаете как? Он хочет вам дать все, чтобы вы были красоткой, которая просто сидит и говорит, милая, так хочу суши. Принес суши. Милый, знаешь, вот честно, вот поехали там на Карибы. Вот что-то суши не захотелось, прям что-то на Карибы. Он такой, да, дорогая, самолет, я что уже вчера купил, ты же сказала, что может пригодиться. Вы милый,
Знаешь, что-то самолет не очень. Давай-ка ракету и сразу на Марс. Он такой, конечно. Понимаете как? Он хочет, чтобы вы ваше любое желание исполнить. Понятно, что здесь я, возможно, утрирую, а возможно и нет. Но тем не менее, здесь мужчина хочет, чтобы вы были настолько ничем не ограничены, чтобы он мог вам дать все. Представляете, какой он классный, молодец. Вот настоящий, можно сказать, мужчина, который действительно хочет прийти в вашу жизнь полным во всех смыслах слова. Для того, чтобы вы с ним были какой? Любимый. Понимаете, что вы больше ни о чем не заботились, не переживали. Что вы, ну вот. Он говорит, я буду решать все дела, а ты, любимая, наслаждайся со мной рядом. Вот так он говорит. Я хочу, чтобы ты была со мной, и этого мне достаточно. Все остальные дела буду решать я. Верно? Верно. Он говорит, я не хочу, чтобы ничего больше тебя в этой жизни не волновало. Вот наслаждаться любовью хочу с тобой. А все вот эти вот пентакливые дела, вопросы, какие-то там ситуации, кто будет решать? Ну, конечно, кто? Кто? Вот который сейчас подвешенный в вашем состоянии, с которым сейчас прям ничего не понятно, девчонки. Вот прям честно говорю. Да, будет решать тот, с которым у вас сейчас по магу просто такие инсайты прилетают, что мало не покажется. Иногда уже думаете, или я с ума сошла, или такое реально и возможно. Девочки, все невозможное возможно, а нереальное реально. Поэтому вы находитесь на определенном уровне, ином, не том, на котором находятся многие. И поэтому это, возможно, такие сомнения вас вводит, потому как, ну иначе, ну не так, как у других. Но, тем не менее, вот он говорит, что я все равно буду лидером, я буду, вот знаете как, вот будет оберегать вас, вот честно. Вот если вопросы нужно будет какие-то решать, вот здесь мужчина пришел классный, вот смотрите, он пришел кубковый и жезловый. То есть тот, который решит все дела, а вы будете сидеть там где-то на берегу океана, загорать и даже вот знать честно не будете о том, что есть какие-то определенные вещи, которые могли бы вас как-то расстроить, если бы вы об этом узнали. Но ваш красавчик просто решит все дела так, что вы даже представления не будете иметь об этом. Вы будете просто наслаждаться жизнью. Да. Он говорит, ты моя императрица. Я не позволю никому внести какой-то разлад даже в наши отношения. Я дам тебе все. Я дам тебе все, понимаете? И все. И здесь точка. Потому что ты моя единственная. Ты... Какой он сегодня неимоверный. А здесь, знаете как, у него чувство-то сильнее становится, его тянет к вам. Я опять себя сижу в мурашках. Здесь мужчина с каждым днем, с каждой секундой, с каждым вашим просмотром моего расклада просто понимает, что его тянет к вам с такой неимоверной силой, что здесь никакие ограничения абсолютно не важны в его любви. Да, он говорит, что я преодолею все. Насколько бы мне сложно не было, мы все равно с тобой будем вместе, понимаете как? Ну вот приходят ко мне эти шикарные пары с такими прекрасными историями, девочки. Вот понимаете как? И здесь по-другому никак не скажешь. Вот здесь такая пара, такая энергия, которая просто пробьет все. Потому что здесь связь очень сильная, духовная, и люди действительно, которые через жизненные проблемы, через переживания, через заботы, они несут. Кто-то называет это мечтой, кто-то называет это свое намерение быть вместе, и они добьются этого. Вот, девочки, вот так вот и будет. И добьются, насколько бы тяжело в жизни не было. Здесь мужчина просто молодец, знаешь, честно вот говорю, что вот очень много событий, которые его ограничивают в жизни. Но он сильный душой. И именно сердце его и приведет к исполнению
чего он хочет. Вот насколько бы сложно ни было, вот есть двоякие ситуации. Не могу сказать, что здесь легко впали, что здесь прям просто. Нет, здесь мужчине нужно очень многое преодолеть. Многие здесь трансформируются, многие меняют свою жизнь, свое мировоззрение. Но тем не менее, знаете как, он говорит: тебе тяжело, тебе плохо, я знаю, но я преодолею все вот эти жизненные препятствия. У вас сейчас, девчонки, честно, вот как-то вера немножко сходит на нет. Вот многие как-то закрываются, многие разочаровываются, у многих здесь вообще бессонные ночи, слезы, переживания, волнения. Есть такое тоже, могу сказать, в любом случае. Но знаете, что ваш кубковый красавчик, просто, я не знаю, дар богов, молодец. Сегодня ты прямо меня порадовал. Давайте сейчас еще посмотрим, что руны добавят по поводу изменений, да? Колесо фортуны все равно в любом случае меняет свой ход. Уже в какую сторону, да? Ну, здесь нам было изначально показано, в какую сторону. Здесь очень четко и понятно, что здесь идет в сторону любви, в сторону соединения любящих сердец. Вы можете также задать вопрос, который не относится к моему, и получите сейчас ответ. А мы же посмотрим, что добавится к такому изменению в паре, которая пришла на мой расклад. Смотрите, эта руна говорит о том, что у вас есть могущественная защита, защита Вселенной. Эта руна препятствует вторжению внешних вредоносных сил, да? О чем я и говорила, что здесь у вас есть сила намерений, вы четко понимаете, знаете, чего вы хотите, и здесь вас ничто не возьмет, честно, потому что Вселенная считывает ваше намерение, желание, молитву, кто как это называет. А у нее нету возможного и невозможного, легких и сложных задач. Если вы четко и ясно ощущаете, знаете, понимаете, чего вы хотите, все, девочки, здесь выбор без выбора, здесь только так и никак иначе. Вы предчувствуете опасность. У вас есть эта интуиция. Как кто это называет? В любом случае, эта руна говорит о том, что вы можете преодолеть все жизненные препятствия. Главная сила, главная вера у этой пары, которая пришла ко мне на расклад, она есть. Благодарю руны, благодарю вас за лайки, за комментарии. Буду читать ваши отзывы, мне очень интересно. Всегда все читаю, всегда все смотрю. Благодарю вас за донаты. И буду рада с вами встретиться на моих остальных видео. Подписывайтесь на мой канал. С вами было ваше Солнце. Пока-пока.